О нас уже слышали, о нас знают, что мы есть, что мы существуем, но ремонт не закончен. И поэтому мы никак не можем людей этих принять и осуществить их, и помочь этим людям. Благотворительный фонд «Теплые руки» призван помочь людям, которые по разным причинам оказались на улице. Ремонт в его здании начался еще в марте. Осталось только натянуть потолки, провести электричество и установить двери. После чего можно полноценно начинать работу с людьми. Но на данный момент, не дожидаясь конца ремонта, мы уже начали работать, потому что людей, нуждающихся в нашей помощи, очень много. И вот на данный момент я взяла одного человека и начала с ним работать. Ему нужно восстановить регистрацию, найти родственников и определить с работой. На примете еще 5 человек, которым необходима помощь фонда. Но пока их негде размещать. Потому закончить ремонт здания нужно как можно быстрее. Скоро ремонт может закончиться? За неделю. Ну, максимум 2 недели можно закончить. Я же говорю, материал есть. Нужны только люди. И выкупить двери. Помочь выкупить двери межкомнатные. 5 штук. Фонд появился в Нижнекамске благодаря тому, что руководитель выиграла грант. Помощь оказали православная церковь и мечеть. После окончания ремонта одновременно находиться здесь смогут до 10 человек. Узнать, как оказать помощь фонду, можно по номеру, указанному на экране. Кирилл Давкаев, Денис Макаров, Рафаэль Ракипов. Новости НТР.